Думал я, что на этой карте будут какие-то просветы, но пока выглядит еще более критично, чем на той. Не могу понять, почему Лелуш в этой игре не покупает себе Spirit Vessel, хотя в этой карте у него могло быть зарядов по 20 уже на 15 минуте. Делает он Witch Blade. Закрывает Сладина. Тем временем Форс также реализовал свое преимущество над Марсом. Убил его, по-моему, чуть ли не в соло. Приходит Себас на эту линию. Надо дефать как-то уже. Но Палты один тавер тут. Скорее всего, там еще должны герои забирать. Да, Shadow Fiend. Непонятно, что он тут делал. Марс погиб на этой линии буквально секунд 10 назад. И РП Shadow Fiend сюда же прилетел дефать или что? Думаю, что на карте совершенно нет места уже. 9 минута, 5000 преимуществ. Падают внешние вышки на топе, снизу. И следующая вышка будет падать снизу. Смотри, кстати. Может, это камбэк Марса? Есть ли детекшн? Будет ли Астрал Степ? Не туда! Ой, как же все печально. Десиметов тоже не попал. Шейкер где-то тут бегает. Сканы нет, вот что печально. Можно было как-то засканить, удивить. Сладил. Сентря! Ну и фисурку! И фисурку по нему! Куда ты денешься, Лелуш? Отлично! Успевает сделать выходы, киллы. Ну и знаешь, Полярис как... Ой, и Темпесты особо как-то даже не сопротивляются этому. Но им очень тяжело, у них проиграны все три линии, причем салат. После такого ланинга обычно игру выиграть практически нереально. Так у них еще и агрессивный вижен, видишь, который благоволит полностью. Пытается рейквием раскастовать, но это то, о чем мы говорили на стадии. Тинок у бедняги. Ну 1600, по идее, должен быть. Да. Ботинок, хотя бы ботинок есть, да, ботинок, даже базилка. То есть зажиточная у нас. Чего не скажешь про Шейкера, которому хотелось бы голды иметь побольше. Но у него в планах выйти в арканы, только потом в блин, когда это случится, ну, возможно, в следующей игре, на самом деле. Там пока что фул доминация, Полярис, опять же, крайне активный драп. Смог на сей раз от Шейкера и Войд Спирита. Ну, понимает, что если Шейкер не будет находить киллы, то до блинка дело не дойдет. Войд Спириту тоже хочется как-то реализовать свой Witch Blade в первую очередь. И, по-моему, кого-то находит, кстати говоря. Там вроде как сгулял инвокер, да. Напал в трех героев, ловит его, тем временем заберут Марс, понятное дело, но фраг на инвокере. Есть там бау зомби. И даже при желании можно было бы нажать ульту того же самого Undying, но, увы, она в кулдауне и не требует совершенно. По сути, да. Ну, кстати, Undying с шартом может чуть ли не в соло Рошана забирать. Вернее, не чуть ли, а реально в соло. Если это какая-то тройка, что забавно, знаешь, как Куроса. Ой-ой-ой, Сэп! Погоди, а он, по-моему, летел туда же, куда, блин, прожимать. Ксавиус просто, ну, на самом деле тянет время. И пока у него получается это сделать, хукшот выходит отсюда. Арена тем временем закрывает инвокера. Очередной фраг, минус Аедис, кстати говоря. И свой телепорт уже потратил Фурион. Интересно, откдешится ли у него обычная тэпка, чтобы сейчас оказаться рядом с командой. Пытается уйти отсюда Темпест, но кто же вас отпустит? Приятная игра для Клокверка. Ты можешь гулять соло по карте, находишь фраг, прилетает Фурион. Ну и Санстрайк есть еще, то есть дистанционная такая война происходит постоянно. Но здесь 4 героя, ключник явно этого не ожидал. О, а вот это Сноубол, который может перевернуть драку на самом деле. Клока все-таки находит, нечеткий хукшот. Клокверк убьют или нет, пока что погибает Марс. Больно очень Вайперу, отхиливается он кое-как, прожимает стики, падает все-таки Марс плюс Шейкер. Вайпер тоже отключается, Фурион спокойно улетел из опасной точки. В файте Катара надо уходить. Хотя на пару свой спирит там попытаются в кого-то напасть. Очередной сноубол. И вот тебе тройка Тускар. Какой же потный Форс на этом персонаже. Неужели это будет Team Wipe на 18-й минуте? До сих пор не появились. Интересно, кстати, что сейчас у нас по коэффициенту Dota Plus? Было бы... Да, кстати. Я думаю, что процента 1% где-то. 1%? Или 2. Я думаю, что где-то 97 на 3 покажет. Ну, мы с тобой оба мимо. И вот где-то посередине, понимаешь, в споре решается истина. Хотя вот теперь точно один. Показали, да. Все на вайпере держалось, ты понимаешь? Как только вы убили, все. Минус 2%. Половину сразу уходит шанс на победу.
Не, ну Тускар, конечно, забажил, я не знаю. Я надеюсь, Диди в аналитике просто будет моменты форса крутить. Нашли все-таки Эсепа. Нету еще БКБ. Кастануть Рейквием не получается. Тебя убивает Нацуми. И вроде как Арента неплохая была бы дэмэдж туда. Приходит твой спирит. Сноубол. Очередной форс. Да что ты делаешь? Он просто не дает возможности никого убить на карте. И вот теперь это точно GG. Уверенная победа Полярис. И они практически точно выходят в верхнюю сетку. Красавчики. Можно их с этим поздравить.